Всем привет и добро пожаловать на HiNews.ru. Вы смотрите 50-й юбилейный выпуск нашего проекта «Это интересно». И сегодня мы продолжим нашу футбольную тему и поговорим о самых известных вратарях, которые забивали голы. И начнем, пожалуй, с двух латиноамериканцев, стоявших у истоков активного вратарского бомбардирства. Это Рене Игита и Хорхе Кампос. Первого из них весь мир знает благодаря удару Скорпиона, а Кампос регулярно бегал в поле и просил FIFA предоставить ему статус вратаря-гонялы. В общей сложности эти два голкипера-авантюриста забили около 80 голов в официальных встречах. Легендарные вратари Рожерио Сенни и Хосе Чилаверт также получили всеобщую известность из-за игры в поле. Они – лучшие голкиперы-снайперы в истории мирового футбола. Чилаверт еще с детства имел плотный поставленный удар и пользовался этим преимуществом, а именно – исполнял штрафные и пенальти. Всего за свою карьеру он отличился 62 раза, причем 8 раз в матчах за сборную. Чилаверт долго оставался самым результативным вратарем на планете, но бразилец Рожерио Сенни его в итоге превзошел. Сейчас в активе 41-летнего Рожерио 113 голов. Всю свою карьеру Сенни провел только в одном клубе – Сан-Паулу, и не зря считается его символом. Однажды он поставил перед собой цель – стать лучшим вратарем-бомбардиром. И добился ее, а в конце текущего года, по истечении контракта со своим клубом, Рожерио завершит карьеру. Другой вратарь, Ханс-Йорг Бут, завершил свою карьеру в 2012 году. Он становился призером чемпионата мира, играл в финале Лиги чемпионов и забил за свою карьеру целых 33 гола. Ханс-Йорг исполнял пенальти в Ольденбурге, Гамбурге и Байере. А однажды Бут забил и пропустил с разницей всего в несколько секунд. Виной тому было его продолжительное ликование после удачно реализованного пенальти, чем и воспользовались соперники. Они быстро разыграли мяч и дальним ударом поразили пустые ворота. Еще один знаменитый вратарь, забивавший голы, Петер Шмайхер. На его счету 11 мячей за клубы и сборную Дании. Многим памятен его гол за Манчестер Юнайтед в ворота волгоградского Ротора в 1995 году. В концовке матча на Олд Траффорд при счете 1-2 Петер пошел в штрафную и головой после углового переправил мяч в ворота. Встреча закончилась со счетом 2-2, и в следующую стадию Кубка УЕФА прошла российская команда. Есть взятие чужих ворот и в активе Синана Болота. Он вписал себя в историю, забив гол головой в Лиге чемпионов в 2009 году. Турецкий вратарь спас ничью для Стандарда и бурно отмечал свой успех. Что же касается наших соотечественников, то великолепным голом от ворот до ворот в поединке футбольной национальной лиги может похвастаться нынешний голкипер «Торпедо» Андрей Будаков. Он воспользовался тем, что вратарь соперников далеко отошел от своих ворот и нанес сильный и чрезвычайно точный удар. А на этом все. Смотрите чемпионат мира в Бразилии, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами на hinews.ru и помните, знание – сила.